Всем привет! Всем хорошего настроения, всем наливайте покушать. Начинаем проходить восьмую серию GTA San Andreas Remastering. Я тут немножко подсуетился, пацанов нанял. Как бы работают на меня. Вот. Больше двух, по-моему, нанять не могу, потому что пробовал. Ему пофиг. Обзываются. Ну пойдемте дальше. Ну пойдем мы сегодня проходить тогда у нас вот, вот сюда. Не помню, кто это. О, господи, я больше вас с собой не возьму, непослушные вы дети. Лишь бы пострелять. О, водитель такой. Сейчас соберу все добро. Зря застрелили, патрон на вас потратили все-таки. Быстрее, девочки, садитесь. Ты в багажник залазить, я сам это. За хлеб в таком районе ты не сходишь нормально. Ты что делаешь? Чё? Пипец тебе, пацан, тебя убьют сейчас. Ты видел, какого Макс Пен на выходе? Как круто с ними ходить. О, типа извините, все. Уже не во все стреляют, что почему в меня? Я вам ничего не сделал. Я спрятался. А, все. Во, поняли, да? С кем связываться. Кто за лоулайдер? Ну чё, будите, ты чё? О, чел одного убили. Блин, банду убили. Тире один. Да. Теперь у него за место усишки. Т9. Все, понял, понял. Тачка красивая. Не помню, что такое лоурайдер, блин. По-моему, машина так называется какая-то. Эй, Си Джей! Здорово, чел. Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's our cash, your pink slip in the pot. Cosafose. Then you pull up and race. The first pass the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure, I'm down. Hey, watch out, CJ. These boys don't like to lose, eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. Хороший человек, на самом деле. И впрягся за меня, не зная меня. Действительно любит, наверное, девушку эту. Hey, выводит как-то он так. Быстрее давай. Едет он по правилам дорожного движения, блин.
Точно. Not far now, eh? Ну, водитель на пикапе будет гоняться. Огонь. А, нет, его выгнали. Погнали! Я не знаю, куда ехать. Прости! Прости! Алло! Как ее заносит. Походу, я не знаю, что у нее за моторы, а такушки что ли? Или они педали крутят? Ой, ой, не то сделал. Ее носит так не... Не очень приятно. Ну, мы первые, это хорошо. Надеюсь, это финиш, что я так гоню. Круто. Красавчики, просто огонь гонщики. Давайте посмотрим на их суперинтеллект. Куда-то таранишь, дерганы. Ой, прости. Там жид, видимо, под стероидами или как там. Ой, какая природа красивая. Как они дергаются, природа эти. Ладно, едем вперед. Дальше. Как? Мы выполнили, тогда поедем на другого. Ой, нифига, тут мотоциклистов гоняют. Че этот мотоцикл? По-любому, блин, упустил момент, надо его сбивать. Он кегля, я шар. Блин, не того сбил. Прости. Чел, ты так хорошо держишься на мотоцикле. А вот ты нет. А эти сразу, ага, увидели, блин, они. У меня адекват, смотри. Ужас. Вот, блин. Ужас, вот это гонка, вот это гонщик, не то что те. Блин, я теперь все больше хочу этого гонщика убить. Не только его мотоцикл. На жопе проехался. Эй, не садись, все, стой! Не гони! Ужас, ну, я лох. Что сказать? LSPD. Когда Бобрик, да YouTube забанят. Блин, да что ты по дороге ходишь? Давайте я проеду. Мне только спросить. А, мы к этому. А, петаха. Ну, короче, это. Мылоронятель, его будем вот так его называть. А у него еще и по времени, по-моему. Да, приходите с 22. Ну ладно. Скушаем, подстригемся пока. Время много. Так, в первую очередь пойдем покушаем. Охраняли же. Ой! А что сразу стрелять-то? Не копают.
Машины тормоза отказали, и все. I'm proud to welcome you to Burger Shot. Какая ты добрая душа. Мне, пожалуйста, горы мяса. I have enjoyed serving you, sir. Hope we see you again, sir. Do come back again. Спасибо, мадам. Так, и попу пропал. Наверное, их это в туалете смыл. Надо по их махерской тоже так дойдем. Bloody liberty, isn't it? Take it easy, bro. Park your nodes on the seat. Bo bo bo. What's the look today, dude? А, тут еще и цвет, типа такой, типа. Блин, ничего прикольного нет, если честно. Вот это посмотрим. А, и оставим это, чуть-чуть терять. Looking good, man. Как у него практически. See you again. Вот и ненормально. Так, время 17. Можно еще куда-нибудь съездить. Машина стоит на месте. Так, а поедем мы, наверное. Приоденемся. Так, это недалеко. Ты какая внимательная. И пошла. Собьют, не собьют ее. У меня текстура на прическе не прогружается. Прическа прикольненькая. Так, ну, странно. Где у вас тут эта кабинка? Измерение, рост. Там бабушка. Прикольненько, в принципе. My son is a failure. Так, футболка 69, футболка ла-ла-ла, спортивная рубашка. Трехцветный топ, ну-ка вот это посмотрим, что это такое. Ой. Мне очень-то хочется такое носить. О, мужик какой-то странный тут. Вот этот прикольненько. Ее оденем, купим. Hey! Так, а, трехцветные штаны посмотрим. Нет, спасибо. Пожалуй, откажемся от такого удовольствия. Надо что-то подбадать. О, синее трико посмотрим. Если нет, то бы желательно бы белое. Так, если ничего лучше не возьмем, то синие надо запомнить и взять их. Да. На первое красное трико. Вот красный костюмчик соберем тогда. Так, кроссовочки что-нибудь сейчас. То у нас вообще обуви нету. Синие, зеленые, красные кеды, синие кеды, белые кеды. Нужно смешать цвета. Покупаем. Так, что у нас там? Цепи, часы, очки.
Можно очки какие посмотреть. Так, авиаторы. Вообще, вот я люблю больше всего авиаторы. Ну, как они здесь сделаны, конечно, не очень. Так что не будем. Время уже подходит. Темные очки. О, господи. Какой-то, блин, оклоунный диск какой-то. Вы поняли, наверное, куда. Часы. Черный пролапс. Белый. Ну-ка, белый, что за белый? О, белый прикольно смотрится. Возьмем их. Что там, цепи? Я думал, цепи не будет видно. Цепь, осик, удомер. Ну, вряд ли, прикольно так смотрится. Бабушка, я вообще вязал. Вы это слышали, это немножко громко. Тоже нет. Цепь тогда не будем. Ну, главный убор тоже не будем брать, так как... Ну, хотя посмотрим. Зеленая кепка, зеленая, зеленая, зеленая. Шлем, такими масками, мотошлем. Ничего брать не будем. Пойдем. Так, тихонько, так все равно приоделись. Голос изменил. Так, выходи. О, копы тоже одеваются. На работе пишу. Так, ну ладно. Время как раз подспел. Looking real technical, gangster. Come on. You ain't run off again yet? No, gangster. I'm here for good. Yeah? Well, fuck this gig, man. I'm putting together a listening party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm down as long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody'll come through. Being real OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me. OG Loke, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now, check it. I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they headed down to the beach for a beach party. Now, check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loke in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, OG, man. Look, shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Карл, то у нас широкий, то это такой узковатый. По-моему, мою тачку это скоммунизили. Ладно. О, на муслукаре поедем. Или наподобие что-то, наверное, муслукара. О, не. А, понятно. Не кошары какие-то, не записты. Все, и в топ. Вообще, фиг догонишь. Осторожно! А ты че стоишь? Так, мы на вечеринку какую-то приехали. Поговори с диджеем. Здесь свою крошку поставим. Идеально вписывается. Ааа, сейчас. Такие будут типа сидеть. Hey,
Just hanging out, you know. Well, hey, let's dance, sugar. Hey there, son. Yeah, for What's sure. What's happening, homeboy? Love that new howitzer flick. The let's bomb. See what you got. Buddy. There goes the neighborhood. Checking you out, man. What are you doing? Those were some new moves. The city of the stars moving and cars. Well, I guess I'll stop. Say, hey, hey, hey. Man with no rhythm. Not bad, not bad. Full of mocks. Yeah, man. Sure, that sounds nice. Right. Hey, man, where the weed at? Oh, I cannot. Let me take you into my office. For sure. You ever been in the old Liberty City way, mate? Nah, man, nah. Oh, safe, mate, safe. Let me go find some chronic later. Oi, sunshine. What's happening, homeboy? Dealing it down. Что? Ну, как бы это все бесполезно должно быть. Я думал, я сначала в офис заеду. Отойди. Я не в настроении. Но обломался. Дверь за собой даже не закрыла. Ни один психи. Ну вот. Один подкатывает к девушке, другая подкатывает к столбу. Ну что, я прикольно поговорил. Ой, тебе смотри, какая тачка прикольная. Привет, Сакура. Гана шустрая.
Это дизель работает. It's OG Loke, homie, and I'ma kick a little something like this. Hey yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. That it's shit like I sucks. Damn. Damn, my shit was whack. Hey, what's happening, Loke? Hey, Carl. What up, man? Hey, dude. You ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit, I ain't in the rap game. No, that ain't my thing. But, we have to think about something. Man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire all night. Hey, all right. Hey, when I kick it, I'll do anything, homie. I swear that. Okay? О, тачка у него, наверное, понятно. Будем на стоянку всегда стоять. Тачки ездят. Богатенький район, да, получается? Проехал. Ух ты. Свою оставим, не будем совсем наглеть. Хотя наглость, это второе я, ебать. Где тут доход в дом? Я в дом прям на ней заеду. Ну ладно, хотя бы так. Come on, bitch. Так, я, наверное, не спалился, да? Так, чё, прости, надо контрольные. Oh, you real hard, huh? Нормально. Я потерял момент, когда она была. Дышу, надо я сама не достала. Ниди, да, еще, да? Я еще с тень, так сказать. Я же этот афроамериканец. Hey, asshole! Come on, punch! Hey, you!
Я того не завалил! Дурачок. На тебе. Кровеушку пососись. Кровопися. Ну, это тоже странно. Потому что мы Бэтмен. Don't push me. На тебе. Сописька. Там кровь. О, ниндзя. Веном. Я всех вас убью. Это плохая охрана. Что это такое был? Дебилы. I got over here. Make it easy on yourself and run away. Говно мелкое. Молитесь, всё, операцию спалил. Пойти так же или тут пройти как-то нужно? Пистолетик нет, да? Вон какой дом огромный. И выход. Дышки, дышки. Второй этаж, наверное. Теперь Джеймс Бонд, у меня есть это. Оружие. Броня как хорошо. Вон камера. Тема надо было не сюда. Жопа, конечно. Я-то думал, все так просто будет. Это весь путь заново делать. А, ужас какой. Сейчас я быстренько все как пиндюлей, блин, дам. И то, что они так со мной поступили. Не сказали, куда мне идти.
Еще двое осталось, непонятно где. Понял, где? Я тут же устранял вроде как. Надо было обратнуть. Вот я думаю. А, круто. Там гараж есть с этим. С машиной. Но велосипед это явно не мое вообще. О, ну, хоть такая. Велосипед я не поеду, нафиг. Для Карла наняли личного водителя. Thanks, man. Appreciate that. I got what you wanted. Holmes, you ice cold, dude. Hey, I'll catch you later. Peace, homie. Надеюсь, что у него все получится. Вот, тебе только что были не вместе, все вместе. Tanny. Don't try hitting me up with that ghetto babble, boy. Officer Tenpenny, how you get my number? Ways and means, you piece of shit. You been trying to avoid me? No, sir. I just been busy, that's all. You're not busy unless you're doing something for us, you understand? Look where you're going. Loud and clear. Nice to hear it, Carl. Call in to the donut place in the middle of market. We need to talk. Ну вот, как раз мы узнаем, что будет дальше. А пока... Увидимся в следующей серии. Всем спасибо. А, прерываемся на очень важное сообщение. Я все-таки спиндил мотоцикл. И за мной копы сразу вязались, потому что не подавал, что я это сделал при них. Всем счастливо, увидимся в следующей серии.